Вызов, связанный с глобализацией, в широком смысле, этот вызов человечество получило, и оно еще на него не дало ответ. Да? Ясно, что это очень серьезное изменение правил игры. Ясно, что цивилизация европейская или там народ какой-то европейский может закрыться, да, и окуклиться в своих, да, в своей системе координат, в своих правилах. Глобализация — это безусловно вызов, это безусловно необходимость нахождения новых правил, новых компромиссов. Мы только получили этот вызов. Мы его еще не... Я говорю, мы, ну, причисляя себя каким-то образом, может быть, и нас всех к европейской цивилизации. Мы, конечно, и в которую входит и американская, замечу, где очень схожие проблемы существуют и тлеют. Да? Под коркой политкорректности эти проблемы существуют и тлеют, и рано или поздно они выйдут наружу, безусловно. Я думаю, что мы еще не поняли всей серьезности этого вызова. Ведь это не просто приезжают в Англию или в Норвегию или во Францию люди другой расы или там другой религии. Это приезжают зачастую люди из другой цивилизации, с другими представлениями, а можно нельзя. И демократическая система представляет из себя в сегодняшнем виде некоторую ловушку. Потому что при демократии решает большинство, а большинство скоро будет, это если все дальше так пойдет, да, и демографически, да, и при открытости границ, через какое-то время дети талибов будут решать, как жить там Англии или Франции. В этом смысле, конечно, общество ждет подвижка вправо и какое-то серьезное...